при всех своих недостатках, скажем так, никогда не теряет присутствие духа, юмора и так далее. И с удовольствием приглашаю его сюда. Пурхабиб Насер! بسیار زیبا ساخته یک کلوین کلاین با کروات قرمز بسیار زیبا مچش کردن و ایشون بسیار شیک Я вам открою такой секрет. Некоторые партисипанты, в том числе и Пурхабиб Насер, мне сказали, что этот конкурс их подстегнул. Дети пошли в магазин, стали покупать им новую свежую одежду. Они стали выбирать, заказывать на интернете. И вот, пожалуйста, посмотрите, как он выглядит. Пурхабиб Насер! Или такое мероприятие, тем более приняли в нем участие. Знаете, обратите внимание на их одежду и на их декоративные украшения. Это они еще не остыли от Хэллоуина. Еще маленькие у них тыквочки, видите? Он одет в национальный головной убор. Это такое сомбреро, да? Замечательная пара. Они нам сразу с первого дня понравились. Мы с удовольствием их включили в этот список. Please. Okay, those are Grazie, sit down, please.